Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор покупочек из магазина «Подружка». Очень крутую палеточку мы будем сегодня с вами обозревать. Это Vivienne Sabo. Ну а начнем, давайте по порядку. Первое, что мы купили с дочерью, это вот такую мимимишность. Ну как вот пойти с ребенком в такой магазин, с девочкой, да, и не купить какую-нибудь классную штукенцию? Это карандаш, обычный простой карандаш, который мы будем затачивать, да. И здесь такая мягкая пуховочка с золотистыми такими ушками. Ну, не могла я ей отказать в этой покупке. Так что вот такая прелесть, а в магазине «Подружка» стоит 99 рублей. Второй продукт – это карандаш «Эвелин». Вот так он выглядит. Это коричневый тон «Light Brown», светлый. Мне он не понравился, девчонки. Один в один, как карандаш «Фаберлик», который я вам показывала в одном из предыдущих видео в своем заказе, он плешивит. Смотрите, цвет в целом классный. Но когда ты пытаешься его наносить, получается, что он ложится местами кусками. Вот если вы это видите, да, вот эти вот точечки, и прокрасить им брови, ну, неудобно вообще. Поэтому цвет, конечно, супер, и для блондиночек подойдет все, но я такими продуктами, девчонки, краситься не люблю. Потом вычесывать вот эти вот куски из своих бровей, ну, не знаю, слишком долго времени тогда уйдет. Брови, они того не стоят. Должен быть продукт удобный, классный, которым оформил, быстро и пошел конфетка. Еще хочу показать вам один продукт, который я искала уже, наверное, второй год. И, наконец-то, нашла. Нашла в «Подружке». Это самая лучшая тонирующая маска для волос, которую я только когда-либо пробовала. Называется она «Ятон». Это «Эстель». Когда я была брюнеткой, я постоянно фикси брала эту краску, потом она пропала к моему великому сожалению, но не краску, точнее, а маску, и именно в этом оттенке 6-7. Это красивый шоколадно-розовый отлив, который вы можете наблюдать на моих корнях, кончики она вот так вот не сильно взяла, да. Сейчас я снимаю при естественном освещении, поэтому вот как есть, да, видите, с розовинцой. Мне очень нравится. Я в таком диком восторге, что я наконец-то нашла опять эту маску. Она есть. Потому что я спрашиваю во всех магазинах, везде мне говорили, что Эстель это профессиональная косметика, и вы ее в таком свободном доступе не найдете. Нет, она есть в «Подружке». Я уже оттонировалась, как вы поняли. Вот так выглядит тюбик. Мне обычно его хватает на 2-3 раза. Да? А если на мокрые волосы наносить, конечно, это и надо делать на мокрые, то гораздо экономичнее будет расход. Можно смешать со своей масочкой или бальзамчиком, чтобы поиграться с оттенком. Смотрите, как выглядит в тюбике, да, такой красновато-бордово-малиновый отлив. Вот. В общем, я в восторге, девчонки, кто брюнетки, кто не хочет сжечь свои волосы красками, я вам советую этот продукт. Закрашивает седину, у меня здесь вот все седое практически уже, на 100%. Смывается постепенно, слегка в течение 2, а то и 3 недель. Хорошая краска иногда так не держит, хочу я вам сказать. Поэтому я вам советую. Это просто супер продукт для брюнеток и для блондинок. Я вдруг мне в голову бы взбрело опять блондинку покраситься. На этот случай, конечно, взяла себе про запас вот такой оттеночек 1061 перламутровый. Я его никогда не пробовала, но пробовали мои знакомые. Он дает легкий перламутрово-розовый, такой вот легкий-легкий, уловимый, который будет играть на свету. Оттенок безумно красивый. Здесь ярко-синий пигмент, а синий пигмент, насколько я знаю, и надеюсь, вы тоже знаете, гораздо круче, чем сиреневые в оттеночных средствах для блондинок. Они дольше держатся, они насыщеннее, и они действительно съедают всю желтизну. Вот так он выглядит на коробочке. Вот видите, какой благородный, красивый отлив. Так что, девчонки, я вам советую обязательно бежать в «Подружку» вот за этими вот масками. Стоят они 99 рублей без скидок. Хватит на несколько раз. Стойкие, седину закрашивают. Одни плюсы. Я теперь вот в «Подружку» буду наведываться часто или пойду прям вот таких себе 10 штук возьму за раз. Да, девчонки, что хотела сказать еще вам по поводу вот этих вот масок. Их нужно обязательно наносить после помывки головы, как бальзам или как свою маску для волос, и держать 30-40 минут. Тогда будет оттенок действительно насыщенный, и она не будет смываться быстро. Пигмент тут на самом деле очень едкий, он впитывается просто в волос, но за 5 минут, 3-10 минут, как здесь написано в инструкции, да, вот кому интересно,
не произойдет ничего. Будет легкий-легкий оттенок, и то на блондированных волосах. Поэтому на 30-40 минут и под шапочку желательно. Но можно и без шапочки. Потом смываем, проходимся, если надо, еще своим бальзамчиком. И вот тогда вот будет все заргут. Ну и, собственно, то, ради чего все это затевалось, это палетка Vivienne Sabo. Она была вот в такой красивой коробочке. Это у нас оттенок 03 Grand Opera. Да? Она на скидках сейчас в подружке по 300 с чем-то рублей. Палетка наикрутейшая. Я стояла и выбирала там между ней и палеткой Evelyn, которая вообще была по 200 с чем-то рублей. Все, теперь коробку не достану. Тени. Evelyn по 200 с чем-то рублей, и она гораздо больше, там больше продукта, больше оттенков, но все-таки взяла Vivienne Sabo, потому что здесь больше шиммерных оттенков, и они безумно красивые, безумно красивые. Я ни капли не пожалела, сейчас на моих глазах вы можете наблюдать оттенок, сейчас покажу какой, вот этот, вот, видите? Они настолько благородные, они не осыпаются, они не скатываются, они держатся весь день без базы под тени. Я ее в редком случае, когда использую, ничего с ними не становится, вообще просто сутки точно держатся. На работе, девчонки, проверено. Обалденные тени, пылят слегка, но смотря опять же, какой кисточкой вы работаете. Здесь мало продукта, она тонюсенькая, но я этому крайне рада, не надоест, с удовольствием пойду и куплю себе тоже Vivienne Sabo какую-нибудь красивую палеточку. Но давайте приступим к сводчам. Освещение, еще раз скажу, повторюсь, естественное, поэтому все они будут смотреться так, как положено. Так, первые три оттенка. Самый светлый, второй, третий с шиммером. Вот видите? Они все крутые. Я их уже все наносила, и все они крутые. Так, второй и третий. Вообще просто огонь. Я в эту палетку влюблена, не знаю, какой любовью. Давно я такого хорошего продукта не покупала в масс-маркетах. Так, дальше. Опять у нас нюдовый без шиммера. С шиммером. И последний, самый яркий. Так, вот этот нюдовый без шиммера. С шиммером. Вот этот очень красивый. Я его так люблю, девчонки. И последний, самый яркий сиреневый, который не грязнит века. Смотрится, ну, очень достойно. Сейчас я вам приложу палетку в этом же порядке. Так, как? Вот так они идут. Смотрите. Ну, просто шик, блеск и красота, девчонки. Это... потрясающая палетка, мне она очень нравится. Если наносить влажным способом, глазки будут сиять еще больше. Очень красивое сияние. Я, кстати, наносила сегодня влажным способом. Не сильно прям так отличается, да, но становится гораздо ярче. Можно поиграться. То есть влажным спонжем, либо на хороший слой базы под тени, да. Так что, девчонки, вот такая палеточка. Я сейчас переключу камеру и при естественном освещении вам еще раз продублирую эти сводчи. Вот, девчонки, сама палеточка. Такая, какая она есть. Крутые цвета, безумно. И вот сводчи. От первого до последнего. Они очень все красивые, нюдовые. Мне кажется, и блондиночкам, и брюнеточкам подойдут просто на ура. Вот и все мои покупочки в магазине. Подружка, их было мало, но я ими безумно довольна. Оказывается, что там можно до 12 утра еще попасть на скидочку. А я, кстати, попала на черную пятницу. Она, по-моему, до 30 числа будет. Вот. Но не знаю, когда это выйдет видео. Насколько я слышала, скидки там бывают очень-очень неплохие. Девчонки, если вам понравился формат такого видео, обязательно ставьте лайк, пишите, обязательно снимать ли вам подобные обзоры в будущем, я имею в виду магазин «Подружка». Обязательно напишите, какие у вас там есть любимчики именно в этом магазине. Я вот, например, долго искала кокосовое масло для волос, так и не нашла его среди такого большого ассортимента. И хотелось мне
очень гель алоэ тоже найти в подружке, тоже девчонки не увидела. Может быть, я просто слепая или у всех там разный какой-то ассортимент. Ну вот и все, мои красотки. На этом мое видео подошло к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новиночки. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Люблю, целую. Пока-пока.